19 сентября в честь 190-летия Александра Бутлерова состоялся ряд мероприятий. Начался праздничный день с традиционного места у памятника Александра Бутлерова. Здесь сотрудники и студенты КФУ собрались, чтобы почтить память великого предшественника. На торжественном мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и возложил цветы к монументу. Это мероприятие вообще мы проводим каждый год в день рождения Бутлерова. Но поскольку сейчас исполнилось 190 лет Александру Михайловичу, то церемония более торжественная, включает целый комплекс мероприятий. Университет великий, Бутлеров великий. Это самое главное, что приходит в голову. Действительно, университет – это колыбель Российской школы органической химии. Бутлеров был и ректором. Бутлеров создал такую теорию, которая в органической химии используется до сих пор. Но недаром же Казань называется столица органической химии. После торжественного возложения цветов все желающие отправились в Казанскую химическую школу. Здесь, в Бутлеровской аудитории, состоялось праздничное заседание сотрудников и студентов Химического института КФУ. Основными темами обсуждения стали жизнь, наука и творчество известнейшего казанского ученого. Потому что именно здесь, в общем-то, и велась его самая активная деятельность. Потому что здание было построено еще открыто в 30-е годы 19 века, 1836 год. И с этого момента, собственно говоря, идет развитие химической, можно сказать, науки. Кульминацией праздничного дня стало открытие выставки под названием «190-летие со дня рождения Бутлерова» в фойе нового корпуса Химического института КФУ. Выставка рассказывает о том, что Бутлеров является одним из основоположников науки о пчеловодстве, о его увлечении бабочками, о том, что он занимался разведением разных сортов роз, что был заядлым охотником. Но одно из увлечений многие его друзья и соратники не одобряли. Это было модно и таинственное в те времена увлечение эзотерикой. Выставка наглядно представляет любимые занятия ученого, показывает широкий круг его интересов. Завершились мероприятия торжественным заседанием ученого совета Химического института, посвященное 190-летию со дня рождения великого ученого. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Леонардо Влетьяров, Универньюз.